срочно нужна выкройка футболки, а взять негде. Тогда мы берем футболку и снимаем с нее выкройку. Спинка и перед у футболок одинаково, не отличаются только вырезом. Складываем пополам. Вот это у нас будет линия сгиба. Здесь будет сгиб. Прикладываем к нему сгиб. По длине мы потом определимся. Главное нам плечо, ширина и пройма. Вот эта футболочка очень подходит ребенку, поэтому с нее и снимаем. Мы проверяем, прикладываем. Вырез спереда у нас вот таким образом. Вырезаем по спинке. Вот у нас получилось выкройка по спинке. Выкройка переда. У рукава здесь сгиб. Прикладываем сюда. И начинаем очерчивать сам рукав. Откладываем длину рукава. Ширина какая нам нужна. Все, вот это сгиб. Теперь подготовим выкройку. У нас размер, длина спинки до талии 30 сантиметров. Кроить не будем, только до талии. Нам нужна только кофточка. Вот такая спинка, такая полочка перед.